То есть реклама, в принципе, уже до понятия это ушло, да? Есть понятие коммуникации, и вот, наверное, про это интересно поговорить. И интересно поговорить про то, как вообще менять общество. Реально ли это, что для этого использовать и так далее, и так далее. И, собственно, я там несколько слов про это скажу. Тему я выбрала, это возмутительно. И мы будем говорить, собственно, я вам покажу три кейса, как люди, нажимая на какие-то кнопки в разных странах, заставили общество по-другому смотреть на какие-то проблемы, которые исконно всегда были таковы. Это интересует меня, и вот, ну, надеюсь, кейсы хорошие, сделаны профессиональные, заинтересуют и вас тоже. Что хочется сказать вообще? Неуважение – это хорошо или плохо? Вот как бы… Спасибо, что участвуете в диалоге. Нас приучают, что плохо, потому что неуважение, ну, это как-то, да, там, мы все-таки такая евразийская страна с сильными где-то азиатскими корнями, и мы привыкли, что, ну, вот как-то надо уважать скрепы, да, устои, надо как-то уважать старших, и в этом нет ничего плохого. Плохо это становится быть плохим, когда это приводит к каким-то там неинтересным, скучным, поверхностным, опять же, коммуникациям, потому что слово «реклама» мы здесь пытаемся избежать. И, собственно, сразу говорю, речь не пойдет про харассмент, речь не пойдет про сексизм или про нацболство или про еще что, какие-то жесткие вещи. Речь пойдет именно про непочтительность, которая важна, чтобы сделать что-то новое и сказать какое-то новое слово в чем угодно. Потому что если мы подумаем, то все искусство, вся наука, оно выросло из потрясти устои, которые были до тебя, и сказать что-то новое, свежее и так далее. То есть если бы мы все друг друга бесконечно уважали и бесконечно опирались на то, что было, да, написанному верить, мы бы вообще, наверное, никуда не продвинулись как общество. Вот, собственно, на неуважении построено, у каждого рекламного агентства, хорошего, креативного агентства, назовем это так, есть коммуникационного, есть религия. У нас в Liobernet это Humankind была долгие годы, когда мы говорили, что мы не делаем рекламу, мы делаем акты, которые меняют понимание людей, которые меняют поведение, которые что-то там в голове включают, потому что реклама всем надоела и вызывает такое «дэ». TBWA это disruption. Тоже довольно интересная штука. Сейчас не буду вдаваться в что это. Но это такая, когда ты ищешь, про что говорит весь клаттер, и ты говоришь как-то по-другому, чем выбиваешься. Тоже хорошо, тоже почитайте на досуге. В BBH, одно из лучших, наверное, агентств мира, ну, в десятке точно, в пятерке, наверное, это как раз неуважение. То есть это первое правило Джона Хегарти, он во всех лекциях, это коуфандер этого агентства, во всех лекциях про это говорит, именно в плане непочтения, именно в плане сотрясения каких-то устоев. Вот давайте посмотрим один из их кейсов, он не социальный, но он как раз вот для одного из их ключевых клиентов сделанный, и он тоже очень красивый. К чему здесь проявлено неуважение? К смерти, к
Ну вот, вот как бы, да, вот этот здоровый цинизм по отношению к тому, как мы проживаем свою жизнь, и, собственно, если мы возьмем ее как суть и поймем, что там работа, наши обязанности, семейные, должностные, что все вот эти вот вещи, они как бы пролетают, как вот этот человек, да, как фанера над Парижем, то мы поймем, что, ну, собственно, вот она жизнь, хочешь ли ты насладиться ею? И вот если хочешь, да, играй. Очень-очень цинично по отношению ко всем ценностям, но как бы кейс знаковый там до сих пор в каких-то выборках стоит. Что вам дает неуважение? Во-первых, он разворачивает разговор в вашу сторону, да? Вы говорите, что вот до этого все думали вот так, а я думаю по-другому. И, собственно говоря, это по-другому как-то показываешь или озвучиваешь. Как правило, это уже очень хорошо, да, с вашим мнением начинают считаться, ваше мнение начинает что-то значить. Давайте посмотрим кейс из бразильский, да, TaylorMade, по-моему. Не, это этот, раз-раз, это Детройт. Тоже не кейс не суперсвежий, да, но восхитительный. Я там до сих пор в себя прийти не могу. There once was a beautiful, busy, award-winning library. But times were hard, and the city of Troy, Michigan no longer had enough money for its library. So it scheduled a vote, asking for a small tax increase. This angered a well-organized and well-funded anti-tax group who started posting vote no signs and making noise. They shifted the conversation from library, books, and reading to taxes, taxes, taxes. The library needed help. They needed something attention-getting, audacious, maybe even vile. So we formed a group of our own and planted signs around town that said, vote to close Troy Library August 2nd, book burning party August 5th. And people went straight to our Facebook page. You people are sick. This is disgusting. We created videos. Imagine this times 200,000. How cool is that? Posted on Twitter. The Troy Library might be short on money, but it has books to burn. Created items for sale. A book bag. How ironic. We created check-ins, posted flyers, and lined up entertainment. You guys are booking a band? People became enraged. Why would you burn books, this idiots? Is horrible. We should burn your what signs. What the f- is this world coming to? Shut this page down. Jerks. They debated the merits of libraries and the audacity of burning books as the conversation spread from Facebook to city council meetings, from newspapers to TV. It grew from local to national, even international news. That's when we revealed our true message. A vote against the library is like a vote to burn books. And people started sharing and reporting all over again. We had changed the conversation completely from taxes, taxes, taxes to library, library, library. And on August 2nd, the yes voters turned out at levels 342% greater than projected. The library won by a landslide. Not every story at the library has a happy ending. Fortunately, this one did. В принципе, понятно, да, про что мы привыкли к книгам относиться с придыханием, да, и люди берут и делают, собственно, то, что последний раз делали нацисты, когда жгли книги, и все, возмущение. Ну и нужно понимать американцев. Я прожила в Америке 1.5 года, и там реально каждый доллар, который пытаются достать у себя из кармана, это, ну, очень про деньги общество, очень про деньги. Хорошо это или плохо, сейчас не об этом. Но заплатить больше налогов – это все равно, что прийти ограбить твой дом. То есть просить у людей денег – это, ну, forget it. И вот ребята таким образом нашли действительно инсайт, который встряхнет. И перевернули разговор в сторону, да. То есть если до этого, как показано, Texas, 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 да, то теперь все говорят про библиотеку и про то, что книги — это хорошо, и давайте мы заплатим за библиотеку. Ну, то есть это просто парамаунт результаты. Что еще нам дает неуважение? Оно еще нам дает... резонанс, да, только то, обо что цепляешься, только это вызывает реакцию, только об этом ты хочешь говорить, и ну, если людей, что называется, по-хорошему не
не вздернуть, то, собственно, ничего и не будет. Еще один кейс. Лео Бернет, TaylorMade, это бразильские ребята. Да, речь пройдет про... Да, стояла задача, чтобы люди сдавали органы не сами, естественно, а родственники людей, отбывших в лучший мир, сдавали органы другим людям. И понятно, что это против всех там культурных, религиозных, каких-то еще понятий. Ну, то есть это... Просить такое у людей, это вот все равно, что у американцев просить, да, там, дополнительные налоги, может, еще хлеще, потому что это еще и такая очень человеческая, ну, история, что ты, видимо, хочешь, да, похоронить своего близкого целиком, ну, то есть это глубоко в психологию, лезть в это страшно, да, но вот они полезли, и вот давайте посмотрим, что получилось. Is it possible to be more eccentric? Yes, and for a good cause. With only one post, Chiquinho Scarpa shocked all of Brazil and the media. He posted on Facebook that he would bury his $500,000 Bentley in the garden of his mansion, inspired by the pharaohs who buried their treasures. Shove it up your ass, dude. Donate to Dozing Need. He's ridiculous and a sick person. On the three following days, three more posts. Brazil was outraged, and so was the world. Polêmico enterro do carro avaliado em mais de R$1 milhão. Loucura, desperdício. Podia doar, né, gente? Coisa mais brega fazer isso. Muita gente tá descendo a lenha nele. A famous talk show called Scarpa so that he could explain. Está marcado para sexta-feira às 11 horas da manhã o enterro da Bentley. A TV channel sent a helicopter to fly over his mansion, broadcasting live to the whole country. Amanhã às 11 horas aqui em casa. Tá, marcado aí, minha equipe vai estar aí 11 horas. And then the big day finally arrived. Helicóptero aqui passando, a imprensa toda reunida. Olha ali as pessoas ali, olha as pessoas vendo. Para. Olha. Peraí. Vou parar com esse enterro. Eu vou convidar vocês todos a entrarem em minha casa. Acompanhe o que diz. Muita gente achou um absurdo essa história de enterrar o meu Bento. A grande maioria das pessoas enterra coisas muito mais valiosas do que o meu carro. Grande maioria das pessoas enterra seus órgãos. É o maior desperdício do mundo. In 1 week, Count Chiquinho Scarpa went from being a villain to being a national hero. All of the negative comments turned into thousands of declarations of love. Your campaign moved me so much that now I am a donor. Thanks for teaching us all a lesson. Forgive me that I trashed you. Beautiful gesture. Organ donations had never before had so much publicity and debate. Mas motivo nobre estava por trás dessa loucura. A Semana Nacional de Doação de Órgãos. Eu sou doador, doi órgãos. Oh, mãe, pai, eu quero ser doadora. Eu acho que é um dos maiores casos de condução de mídia que eu já vi na história, né? Gênio. And so, we show to all of Brazil that nothing is more valuable than an organ. Quando você faz a doação de órgãos, você vai ajudar um determinado número de pessoas. Eu estou viva graças ao doador. Собственно, если вы говорите правду, вы всегда обречены кого-то выбесить. Это очевидно, к этому нужно просто быть готовым. И вот эта вот волна хейта, да, которую ты там получишь, ну, нужно быть сильным человеком и сильным агентством, и в принципе, и, наверное, там сильным клиентом, но в данном случае они без клиента это сделали, они это сделали просто, чтобы что-то поменять в стране, да. Что у нас есть? У нас есть Ливан, в которой, как в любой мусульманской стране, естественно, браки заключаются рано, иногда очень рано.
И ну, то, что они делают в Ливане, это вообще отдельный разговор. У них совершенно гениальный креативный директор Бешара, который еще и там умудряется короткометражки снимать. Ну, вот такой вот человек, который реально рвет это общество налево и направо. Ну вот и давайте посмотрим, что они сделали конкретно с этой историей. Берег в Амрик. Мальта, да. مبسوط فيهم انت عم صورهم كمان واحد هو مرته انه شو حشركم جدا انت قول بعد كلمه خليك تصير بالبحر اهلا موافقين اهلا مشرمين امي قوينا فوق جري بعدي بس شفت لها قانون بيسمع اي قانون هلا انا بخدم هلا بدنا نروح معك كلنا أطلقت جمعية كفا الأهلية الداعمة للنساء حملة مدعومة بلقطات فيديو This viral video is disturbing. That's the point. Experiment mit versteckter Kamera im Libanon. 1 million de vues en 24 heures. Elle est partagée plus de 7 millions de fois sur les réseaux sociaux. Все поняли, да, про что речь, то есть взяли типичную ситуацию, скажем так, не в столице, показали ее. Не знаю, было ли возмущение вот это вот людей, но я думаю, что какое-то количество было реальное, какое-то количество, может, для кейса и подыграли, но сейчас не об этом. Интересно, что они повторили ровно эту же штуку на Times Square, да, по-моему, Times Square в Нью-Йорке, и народ прямо выбесился весь. Люди подходили, люди ну, набрасывались эмоционально, говорили то же самое. Где твоя мама? Ей 12. Что ты творишь? По какому праву вообще? Что здесь происходит? Мы сейчас пойдем в полицию. Ну, то есть люди реально, я никуда не уйду. Да, там вы здесь харас ребенка, я здесь, я никуда не уйду, я буду стоять до последнего. Вот результат, закон, собственно говоря, написали, что поменялся, в какую сторону, полностью ли они это исключили, не думаю, но явно, ну, как-то на это обратили сильно внимание и так далее. Неуважительные советы. Если все-таки будут люди, которые будут делать кейс, а я надеюсь, что они будут, либо будут думать в этом направлении, вот меня попросили на based on my experience и на том, что, собственно говоря, мы только что посмотрели, вывести какие-то правила. Вот как бы их 6, да, это мои правила, у вас могут быть свои, но они работают. Вот не пытайтесь всем понравиться, это, наверное, первое правило, исходя из того, что мы увидели. Потому что, естественно, когда ты приносишь такие идеи на брейншторм, на всеобщее обсуждение, тем более клиенту, первое, что ты слышишь, вы с ума сошли, мы этого не хотим, это негатив, это не всем понравится, что вы творите. Вот, собственно говоря, нужно это перебороть, если есть силы, и идти дальше, и верить, если ты в это веришь, ну, собственно говоря, идти до конца. Второе правило, которое вытекает из первого, ориентируйтесь на гребет, не гребет. Если вас это не задевает, не беритесь.
это, ну, так, наверное, совсем в жизни, да, если нет никакого отголоска, то что за это браться? Потому что любой кейс сделать, особенно если продать его внутри, продать клиенту, организовать продакшн и довести его до нормального экзекьюшена, это ад. Это очень тяжелый труд. Вот если вас не гребет, даже туда, собственно говоря, не идите. Найдите дешевого режиссера, а лучше бесплатного. Или человека, который вам это сделает за как можно меньше денег. Почему? На социалку всегда у всех бюджет не то что маленький, а его нет. Вам все будут говорить, денег нет, деньги все вот там, в маркетинге. Короче, деньги делают другие деньги. Денег на социалку никогда ни у кого нет. На кейсы никогда нет денег у агентства, поэтому все всегда приходится делать на коленках. И тут, ну, единственное, что можно сделать, это укладываться в такие бюджеты, чтобы, да, там клиент очень часто отмахивается от агентства, ладно, вам нужно, ладно, хорошо, вот есть вот эта вот маленькая кучка и не центом больше. Иногда агентство само докладывается в самых пиковых случаях, ну вот доводят кейс. Вот, ну, будьте параноиком. Это во всем. Вот как работает все в жизни. Если оно работает, что я сделал свой кусочек, а вот это уже не моя история, никогда ничего не будет. Вот прям до конца не выпускайте из рук, потому что на каждой стадии отслеживайте результат. Это важно. Я так, кстати, собирала кейс из Америки с украинской командой. Меня ненавидели все. Меня ненавидел мой арт-директор, меня ненавидел мой менеджер-директор украинский, меня ненавидел мой американский коллега, которому я приставала с озвучкой по пятому разу. Все меня окляли, проклинали, в итоге кейс собрали, мы там даже что-то за него взяли. Поэтому я считаю, это того стоит. Да? Один раз тебя все не полюбят, зато потом раз все же они же придут и скажут спасибо, если будет хорошо. А чтобы было хорошо, надо делать хорошо. Закон любого процесса. Делаешь ты хорошо или делаешь ты плохо, а плохо имеется в виду, с компромиссами, с вот этим, ладно, здесь мы смотрим, тут мы не смотрим, занимает одинаковое количество времени. Смешно, эту тему часто муссируют, что вот если приходит в агентство бриф, и ты совсем соглашаешься, ни на какой стадии процесса не борешься, он занимает ровно столько времени, если ты действительно там вдумчиво каждую стадию отслеживаешь и пытаешься сделать, ну, если не по уму, то уж по совести. И вот, наверное, чему нас научили все вот эти вот три кейса. Не планируйте кампанию, планируйте изменения. То есть люди не думали, ага, у нас есть ТВ-ролик, или ага, мы хотим сделать какой-то эмбиент, или мы хотим сделать какой-то станд, или мы хотим сделать что-то такое, что про нас заговорили. Они вообще не думали медиа, они думали тем, что мы хотим поменять. Мы хотим, чтобы, да, там люди с удовольствием сдавали органы или хотя бы поняли, какое-то преступление их закапывать. Мы хотим поменять отношение к закону. Мы хотим вот того-то, вот того-то. Потому что когда вы думаете про главное, ну, собственно, да, там главное и получается. А когда начинаешь обслуживать все вводные, рассыпаешься и мы имеем то, что мы имеем сейчас на телевизоре. Очень-очень много. Хочу рассказать еще про одного человека, с которым мы сейчас работаем, и который, в моем понимании, вот уж там яркий пример неуважения. И даже не только потому, что мы с ним работаем, и мы там для него делаем идею, сейчас покажу какую, а еще и потому, что реально потрясающий человек, в свои 20 лет очень много чего сделавший, это Иван Бакаидов. Не слышали про него никто? У человека ДЦП, он не говорит, он мычит,
То есть его можно очень-очень понять, ну, только настроив ухо. Я думаю, что понимает его, в принципе, только семья. Он в свои годы уже, по-моему, серебряный чемпион России по боча. Это вот это вот типа питанга, когда бросаешь шарики. Мы сейчас посмотрим про него сюжет. Он написал программу Линка, которая позволяет людям общаться. То есть ты вводишь на клавиатуре, и тебе голос озвучивает то, что ты хочешь сказать. Да, это занимает время, но это возможность общаться. Вот с нами он так и общается. Есть... Оп, сори, я тут хлопаю по себе. Возбудилась. Есть еще интуитивный ввод, когда ты вводишь картинками примерно для людей, которые не могут печатать. Он является консультантом Сбербанка по availability их точек, то есть он там советует им, как сделать так, чтобы люди на колясках или да, там другие disabled люди могли зайти в отделение. И вот сейчас конкретно его цель, он борется за то, чтобы в России... он не может расписываться, потому что, ко всему прочему, у него гипер... не буду врать... У него слишком много движений, и он себя не контролирует. Сейчас увидим, там будет майка с вот этим. Ну, то есть, казалось бы, да, при этом человек живет полноценной жизнью, умница, шутит так, что мама не горюй, и вообще к своему состоянию и к своей, да, там, недееспособности относится с крайней, понятно, что это больно. Но даже не с юмором, а я бы сказала, с таким вот геройским неуважением. Отпускайте народ. Спасибо.